Сквозь толпу пробираюсь. Хочу одного. Подойти к Иисусу поближе. Нужно мне прикоснуться к одежде Его. Но Христа за толпою не вижу. Люди, люди, чужая одежда вокруг, чьи-то спины и локти и плечи. Я вернусь. Я попробую завтра. А вдруг никогда Его больше не встречу. Он уйдет с этой шумной гудящей толпой, где я завтра искать Его буду. Он уйдет, а со мною останется боль. Нет, сегодня свершится пусть чудо. Слышу злые слова, кто-то грубо толкнул. Пропустите, мне нужно к Иисусу. Пропустите, шепчу, на минутку, одну, только края одежды коснусь я. Вы не знаете, как я устала страдать. Пропустите, мне нужно к Иисусу. Кто из вас может мне исцеление дать? Но коснусь Иисуса и будет. Вот Он, рядом почти, не похож на других. До Иисуса лишь раз я дотронусь. Не увидит никто. Здесь так много больных. Я горячей ладонью к хитону. Боже, словно прошел через тело огонь. Мне казалось, земля задрожала. Я одежды Иисуса коснулась рукой. И здорова. Я верила, знала. Иисуса теснят. Взгляд Христа на меня. Он спросил, кто одежды коснулся. Не укрыться. Господь, это я, это я. Иисус мне в ответ улыбнулся. Я такую улыбку, такие глаза никогда и нигде не встречала. Я запомнила, как Он сказал, «Дочь, дерзай, чтоб по вере ты все получала». Это было давно, и не в точности так. Это было совсем не со мною, но я тоже искала, как женщина та. Люди тоже стояли спиною. Раздвигая толпу, к Богу жизни я шла, пробиралась к Иисусу с надеждой. Как та женщина, верила я и ждала, и к святой прикоснулась одежде. Не ладонью, но сердцем к хитону Христа Иисус отыскал меня взглядом. «Дочь, дерзай!» — говорили Иисуса уста, «и страдать больше сердцу не надо. Я ни с чем не сравню миг блаженнейший тот. Через сердце прошло Божье пламя. Вы стоите в толпе, вот Спаситель идет. Прикоснитесь, попробуйте сами. Подойдите сегодня к Иисусу Христу и у края одежды склонитесь, и услышит Господь сердце вашего стук. Прикоснитесь к Нему, прикоснитесь. Аминь.